Продолжается прием рисунков и сочинений для участия в областном конкурсе «Помним», посвященном годовщине контрнаступления под Москвой. Он был организован подмосковным отделением «Единой России» в рамках партийного проекта «Историческая память» и стартовал 28 октября. Работы принимаются до 28 ноября. Результаты будут объявлены после 5 декабря. В адрес жюри поступило уже 1123 рисунка и 90 сочинений от школьников из 50 городских округов Подмосковья.